Історії, які змінюють світ. Документальний спектакль «Сім» пройшов у Гомельським городським молодіжним театрі. Міжнародний проєкт присвячений боротьбі супроць домашнього насилля. Незвичайну постановку навідала Ганна Каральчук. Ніхто не говорив об этом. Даже слов таких тогда не было. І я объясняю. Насилие – это когда муж контролирует вас, ревнует, унижает, не разрешает общаться с подругами и родственниками. Изолирует вас от них. Эмоциональное и психологическое подавление постепенно приводит к физическому насилию. 12 годов тому 7 жанчин-драматургов провели серую интервью с 7 жанчинами-активистками с Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемалы, Афганистана, России и Полночной Ирландии. Их монологи стали основой сценария. Так появилась пьеса «7». По законам Талибана врачам мужского пола запрещено лечить женщин. А женщины не могут становиться врачами. Я вижу лицо этой женщины. Она умерла у меня на руках. Я не могу оставаться спокойно. Что мне делать? История героинь – приклад того, как женщины разных культур переодолели перешкоды на шляху до справедливости, свободы и ровности. В 2008 году пьеса отримала новую концепцию, стала мобильной и отправилась у турне по свете. Ее ставили у 30 краинах, причем монологи со сцены читали не профессийные актеры, а публичные особы – политики, громадские деятели, спортсмены, музыканты, теле- и радиоведущие. Для каждого города створается новая уникальная трупа читальников. У вынику удельниками проекта стало больше, как 600 человек, которые представили свыше 100 организаций и державных структур. В 2015 году шведское посольство обратилось к фонду ООН в область народного населения и предложило организовать 5 постановок в Минске и в других городах. И первая постановка, которая прошла в декабре 2015 года, она объединяла двух заместителей министра. После этого было показано еще 4 постановки с разным фокусом. Показали одну постановку для молодежи. Постановка в Гродно проходила с участием людей с инвалидностью. Спектакль «Сім» заснаваны на реальных фактах про призму успрывання конкретных людей, жанчын, якія зараз з'являюцца правоабаронцами. Постановку бачила больше як 25 тысяч человек по всем свете. Яна стала инструментом информования о правах жанчын и проблеме домашнего насилия. У разной ступени, але гэтая тема актуальна для всех краин. Згодно запытанням, проведенным сёлета Институтом социологии НАН Беларуси, кожная другая жанчына хоть один раз подвергалася якому-нибудь виду насилия. Полова опытанных сутыкнулася с психологичным насилием, а мальтрейт с физичным. Очень было интересно читать и волнительно, где-то очень больно. Естественно, история каждой женщины очень тяжелая, но приятно, что они боролись до последнего и смогли сделать то, что они хотели. Постановка п'єси «Сім» у Гомелі стала першою з 5 запланованих у різних городах Білорусі з кастричника по листопад. Ганна Каральчук, Андрій Іванов, телерадіокомпанія «Гомель».